Ежегодный осмотр газового оборудования профессионалам – лучший способ предотвратить ЧП. С наступлением холодов в республике традиционно усиливается проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, чтобы сделать его использование максимально безопасным. Виталий Абрамов продолжит. Здравствуйте, газовая служба. Эти слова сотрудники газовой службы и Пошнадзора повторяют по несколько раз в день. Чтобы избежать несчастных случаев, приходится информировать население, как правильно обслуживать газовое оборудование и избежать утечек. Шланг старого образца, он высох, видите, у него тут трещина. Вот уже это уже начинается. Вам надо подать заявку на Петра Алексеева, 64. А что, самому нельзя поменять? Нет, нельзя. Самодеятельностью ни в коем случае нельзя заниматься. Работу должен делать только квалифицированный мастер. Помимо ветхих соединений, в этой квартире также обнаружен кран старого образца, у которого смазка со временем высыхает, и ее периодически нужно обновлять. Люди, ни в коем случае сами не делаем. Обязательно вызываем специалистов, потому что это опасно. Параллельно с жильцами проводится профилактическая работа по мерам безопасности при эксплуатации газовых плит. Потому что тут панели, не дай бог, горючий материал. Им надо, вот тряпкой вблизи тоже не надо ставить. Не менее важным является и наличие хорошей вентиляции. В случае его отсутствия возможно отравление, а также взрывы газовоздушной смеси. Но если отсутствует тяга, то обязательно обратитесь к управляющей компании, чтобы они вам прочистили вот вентиляционный канал. Сами жители с пониманием относятся к подобным мероприятиям. Показывали же по телевизору, что целый подъезд из одного, значит, из одной квартиры и все рухнул. Так что газовая служба в Якутске, особенно и в нашей республике, должна работать. Таким образом, ежедневно каждая бригада обходит по 20 квартир. Но, к сожалению, не все жители адекватно реагируют на слесарей и, бывает, не пускают к себе в квартиру. А между тем, от этих профилактических работ может зависеть жизнь целого дома. Тем не менее, люди должны пойти навстречу газовой службе, открыть двери, показать, как устроена их газовая плита. И все равно даже причины... Никаких нарушений нету, все равно они должны обратиться в течение один раз в год в газовую службу. В случае обнаружения неисправности жители должны сразу сообщить об этом газовикам, а уже они в кратчайшие сроки устранят проблему, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций. Виталий Абрамов, МКСХ, Якутск.